Сапфир SOEI560. Откручиваем крышку, на ней нарисована схема. Смотрим внимательно. RS485 87. Правильно? Нет, 98. 98, правильно подсказывает. 98, да, 7 это земля. Нахрен не нужно. А и Б. А9, 8, Б. Так же, как на Меркурии, в перекрест идут. Соответственно, берем шнур, распаянный под Меркурий, и втыкаем 9, 8, просто без первых, и первого, и четвертого. Вот так, раз, два. И так, и так. Погнали. Подключаем. Сначала сапфир, конфигуратор называется, правда. Ты снимай хорошо потом. Жмем, здесь удостоверимся, если он подключился у нас сразу компорт определится. Жмем уровень 2. Что, что значит уровень 2? Доступ? Подключиться. Он у нас читал данные. Жмем синхронизировать часы счетчика с компьютером. Бац, время синхронизировалось. На всякий случай перезагружаем его, чтобы удостовериться в этом. Подключиться опять. 16.04. Все, время правильно. И делаем считать, прочитать показания. Это делается для того, чтобы удостовериться, что нету перехода на летнее время. Угу. Вот. Потому что можно, конечно, сразу записать, но для этого надо будет выставить там вот, отображать на ЖКИ, типа дату, время, три тарифа и так далее. Вот. Ну и он не всегда прошивается там, ну как-то криво, короче. Поэтому лучше просто прочитать, посмотреть, чтобы не было перехода и идти дальше. А, вот стоит переход. Значит, нужно снять его, лето, и записать. Тариф по кнопке 3 должно быть. Потому что если поставить 1, то бабулька попытается прочитать свои показания, у нее не покажется, у нее покажется один тариф, и она будет звонить Мосэнерго жаловаться, вам придется переделать счетчик. Приходите, потому что она скажет, у меня сломали счетчик. Это важно. Ну и жмем, да, записать. Я нажал вторую кнопку, записать данные эти. То есть вот эти все выставленные, как были у нее, также их записываем. Райан, держись, давай. Все, сделали эту херню. Закрываем. Нет. Заходим в программу Сапфир Монитор, чтобы прочитать показания. Здесь прямо сразу стоит уровень 2 уже. Жмем подключиться к счетчику. Пентагону практически. Сейчас. Дальше, да, пока он грузится, приготовим пальцем, попадаем на Ctrl одним, а другим на print screen. Фото здесь делается, да? Да, здесь делается фото. Ну, понятно. А, и пока можно создать картинку, кстати. Создать точечный рисунок. Раз. И называем его номером квартиры. Какой номер квартиры, ребят? 28, по-моему, нет? 28, ладно, сохраним 28. Вот, делаем print screen, еще раз, Ctrl, print screen, две кнопки вместе, раз, два. Потом открываем наш файлик, который мы создали, вот этот рядом, BMP-шный. Представить. Ctrl V подсказывает. Alt, это ты куда ты снимаешь? Alt F4, для тех, кто в танке. Сохранить, да. Все, это закрываем. Наш файлик под названием номером квартиры БМП, мы его засовываем куда? В папку. В папку с номером улицы и квартиры. И дом, вернее. Бац, все. Поехали дальше.